Enrique Iglesias. Pitbull, Mr. Worldwide. Комсомольске стартовал чемпионат Украины по гребле на лодках класса «Дракон» в память Александра Литвиненко. В соревнованиях принимают участие как профессиональные, так и аматорские команды. Состязания проводятся на дистанциях 200 и 500 метров. Наибольшее количество участников представлено командами из Комсомольска. Среди них команды среднеобразовательных учебных заведений, команды трудовых коллективов города. В полуфинале на дистанции 500 метров одна из таких команд оказалась в чрезвычайной обстановке. И уже позже в процессе сушения одежды один из представителей этой команды поделился с нами своими соображениями. Что случилось конкретно, наверное, сложно судить. Было много причин. И ветер боковой, и где-то может быть рулевой, где-то неправильно нас в лодке рассадили. Потому что когда мы только сели в лодку, чувствовался определенный дисбаланс, лодка немного не ходила все время. Так получилась ситуация. Самое главное, что команда и себя, и команда и в воде показала. Потому что когда случился переворот, то ребята сразу оказали помощь девочкам. Девочки у нас не волновались. Они знали, что рядом с ними надежное плечо. Расстроены, конечно, очень расстроены, хотели финишировать как положено, тренировались, настойчиво тренировались. Случилась такая спортивная неудача, будем говорить. Победителем среди профессионалов стала команда «Західний Вітер», прибывшая первой в полуфинальном и финальном заплывах. Команда профессионалов из Комсомольска «Драгонком» финишировала второй, третьей была команда «Динамо». Более подробную информацию смотрите в наших следующих выпусках.